Свой профессиональный праздник в это воскресенье 10 ноября отметят те, кто находится на страже общественного порядка. Но уже сегодня представители всех подразделений полиции собрались в здании Кировского управления Министерства внутренних дел на торжественное заседание. Встреча традиционно началась с гимна и минуты молчания в память о тех сотрудниках полиции, которые погибли при исполнении служебного долга. После этого поздравили и наградили лучших служащих. Ордена и парадное оружие, именные кортики, торжественно вручили сотрудникам полиции, которые отличились храбростью и геройством при выполнении своих обязанностей. Я очень благодарен сегодня всем тем офицерам, которые продолжают именно сегодня нести боевую лепту на территории Северного Кавказа. Все те, кто сегодня обеспечивает порядок и сохраняет безопасность, занимаются раскрытием важнейших преступлений, в том числе на территории сейчас Опаринского района, поселке Речной.